Здравствуйте, уважаемые телезрители Первого Карагандинского телеканала. Сегодня, в преддверии Великого Дня Победы, 9 мая, в нашей студии присутствует труженик тыла Поярков Николай Карпович. Николай Карпович, скажите, пожалуйста, о самых таких трудных днях войны. Что для вас, прежде всего, значили эти страшные события, которые произошли в истории человечества? Ну, прежде всего, это было горе. Это была катастрофа, когда объявили немцы, что началась война, начали бомбить Киев. Это все распространили. Распространилось быстро, и пошло общее горе. И мы, как дети войны, считает нас, после войны годы мы трудились, значит, мы переживали за своих близких, за своих братьев, отцов, сестер, дедов, значит, за всех солдат, которые находятся в окопе, которые непосредственно участвуют в этой битве, постоянно рискуя и ходя как на лезвие ножа, со смертью встречаясь. Вот это было самое главное. И было то, что мы уже не так считали, что мы иногда впроголодь, иногда по многу не по-детски трудились, но это все уходило на второй план. Было то, что все говорили и считали, что, значит, должно быть все для фронта. Солдаты не должны, чтобы не было хлеба, не было одежды, покурить. Это все должно быть у них. Поэтому от них ждали только одного – гнать фашистскую нечисть. Вот. Это был гражданский долг. И, конечно же, сейчас все воины, все участники войны, они же все говорят, что и признают все, что без тыла, непосредственно без тыла, совсем другая была бы, ну, хуже было, труднее было на фронте. Поэтому вот такая ситуация сложилась. Стоит заметить, дорогие телезрители, что во время войны Николаю Карповичу было всего лишь 12 лет. То есть таким вот маленьким ребенком он провел годы войны, и для него это было не самое сладкое время, как, собственно, и для всех жителей страны. Скажите, пожалуйста, вот что было для вас, для ребенка, таким самым трудным, именно как для труженика тыла? Чем вы занимались? Что ваш самый тяжелый труд? Я знаю, что вот вы были и сапожником, и работали в гончарной мастерской. Да, приходилось делать все, что потому что у нас было в основном-то женщины и дети. Пожилые люди не тоже, как и дети. Много с него не возьмешь. Возили хлеб с глубинки на станцию, зерно на быках, в снегу. Затаскивали эти мешки мешками, на склад затаскивали. Ну, женщин, которых с нам всегда провожалась, женщина опытная, сильная, она нам помогала, безусловно. Но и мы, как муравьи, таскали. Вот все, и остальное все, значит, там и гончарами были, и пришлось разгружать солью баржи с солью, это тоже необходимо. Вот. Я, как говорится, потом от родителей уехал, вот уехал на станцию, потом я уехал в Иваново, в Горький, значит, и вот оттуда у меня началось. Я вернулся в Иваново из Горького, у меня не прошло этот... должен я быть в техучилище на судоверфи, но, значит, не состоялось, потому что документов не у всех было, нас распустили. Я вернулся в Иваново, и оттуда меня уже взяли в армию в 51-м году. И я, значит, служил в Карелии на границе. Вот, и в 53-м или 54-м году демобилизовался. Угу. И началась уже гражданская, как бы, послевоенная жизнь. Восстанавливать народное хозяйство. Угу. Это был призыв. Но все-таки война коснулась и вас. Ваши два брата поехали на фронт. Да. Один брат погиб, один вернулся. Он сейчас тоже умер. Значит, вот. Двоюродных братьев там 3 или 4 было. Так что, конечно,
Война нас коснулась сильно. Ну и в преддверии такого великого дня, 9 мая, для всех это, безусловно, великий праздник. Что вы можете пожелать нашим зрителям для всех? Прежде, на камеру, пожалуйста. Прежде всего, я желаю крепкого здоровья ветеранам войны, участникам войны, которые непосредственно несли всю тяжесть на своих плечах, хоронили друзей, близких, добывали эту победу для нас, чтобы мы, наше поколение впоследствии, жило достаточно хорошо. И вот в преддверии этого Дня Победы, 67-й годовщины, я желаю оставшихся в живых ветеранов войны, участников тыла, крепкого здоровья и благополучия в семьях. А погибших ветеранов войны просто надо помянуть, и пусть им будет земля пухом. Николай Карпович, в заключение хотелось бы приятный сюрприз вам сделать от телезрителей Первого Карагандинского и от нас вам цветы в память. Спасибо вам большое за то, что вы сделали для нас, для нашего будущего. Спасибо и вам, сотрудникам Первого канала, что вы меня пригласили, что обратили на меня внимание. Я очень доволен, как говорится, и вас с праздником всех. Ну что ж, большое спасибо, телезрители Первого Карагандинского. Сейчас только что услышали Пояркова Николая Карповича. Помните, что никто не забыт, ничто не забыто. Мы всегда помним события той Великой войны. Все жители нашего города празднуют День Победы. Аким города Бауржан Абдишев в честь праздника Победы посетил воинскую часть 68-00. Ветеранов Великой Отечественной войны поздравили воспитанники детского сада АКБП. День Победы празднуют в нашем городе все жители. Во Дворце культуры Горняков с участием Акима области прошла концертная программа, посвященная этому знаменательному дню. Подробнее в нашем следующем материале. 67-ю годовщину со Дня Победы Великой Отечественной войны отмечает вся страна. С этой памятной даты поздравил Аким области ветеранов, собравшихся в актовом зале Дворца культуры. Для тех, кто проливал кровь на полях сражений, исполнялись военные песни. Праздничную программу продолжил российский певец Ренат Ибрагимов. Моя любимая. Мирангуль Салкимбаева, Тулеген Рашитов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Аким города Бауржан Абдишев в честь праздника посетил воинскую часть 68-00. На встречу были приглашены ветераны Великой Отечественной войны и ветераны воинской части. Оркестр играет траурно-торжественную мелодию, возлагают венки. На пиджаках у ветеранов войны величественно прикреплен символ победы – георгиевская ленточка, кстати, которые в этом году были привезены из Москвы. Именно так каждый год страна празднует Великий день. Защитников Отечества с их праздником пришли поздравить школьники, что свидетельствует о том, что в государстве растут действительно патриоты. От имени своей школы они поздравили участников войны еще за день до праздника. Но вдвойне приятно видеть улыбающееся лицо ветеранов, ведь это единственный праздник, когда им оказывается большое внимание. Говорит одна из учениц 97-й гимназии. Желательно того, чтобы мы никогда не увидели войны, и даже она спутнула, если честно, это очень сильные эмоции. Поэтому действительно наша армия, наши защитники должны быть патриотами и крепче. Развивать чувство патриотизма и чувство долга перед Родиной – основная задача внутренних войск. Ведь уважение и любовь к Отечеству – дело святое. С каждым годом День Победы празднуется в особом режиме. В прошлом году праздник встречали на мемориале, воздвигнутом в честь погибших в годы войны. На этом примере мы, конечно, воспитываем своих солдат, потому что, видя живых ветеранов, они начинают что-то чувствовать. Не секрет, что каждый год воспоминания о Великой Отечественной войне становятся какими-то мифическими, из которых известно только по кинофильмам, из книг. Иногда по рассказам, но не более.
И когда мы видим живого ветерана, слушаем его, общаемся с ним, вот, происходит как бы соприкосновение с историей. И на этом мы обучаем своих подчиненных, свою молодежь, своих солдат, чтобы они ценили. Празднованию Дню Победы всегда отводилось особое место. По словам генерал-майора, защитники Родины сегодняшнего дня готовы погибнуть за Родину, как и их предки. Ведь место подвигу есть всегда. Наши военнослужащие, выполняя свой воинский долг в новом музее, в других местах, при охране общественного порядка, при задержании преступников, при взятии оружия и выполнении других важных задач, конечно, рискуют своей жизнью. Более 15 солдат внутренних войск награждены орденами и медалями за мужество и героизм, проявленное при выполнении воинского долга. В день празднования Победы на мероприятиях будут участвовать около 300 ветеранов внутренних войск. Будут вручены 29 медалей и ценные подарки. Анна Шелкарбек, Сергей Высокосов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Бауыржан Абдишев ежегодно встречает ветеранов. Этот год также не стал исключением. И в теплой, практически семейной обстановке аким нашего города встретился с ветеранами Великой Отечественной войны. Глава города сразу попросил ветеранов чувствовать себя как дома, так как прием проходил в неофициальной обстановке. Аким лично поприветствовал каждого ветерана и вручил памятные подарки и денежные премии. Уважаемые ветераны, каждый из вас, сидящий здесь, имеет свою историю, свой подвиг, свой героизм. Я могу каждого из вас начинать, вне зависимости, ветеран войны, труженик тыла, почетный гражданин. Каждый из вас, самое главное, вы нам дали этот мир. В такой доброй, светлой, непринужденной обстановке звучала живая музыка, исполнялись песни военных лет, а кое-кто даже шел танцевать. Несмотря на уже преклонные года, ветераны нисколько не теряют оптимизма, шутят и веселятся, как в былые годы. С этих людей действительно нужно брать пример. Александр Крылов, Толеген Рашитов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. А мы продолжаем новости. Участники и инвалиды Великой Отечественной войны, а также члены Совета ветеранов стали почетными гостями на торжественном приеме у акима района имени Казыбек-Би Жаната Искакова. Солдаты, командиры, рабочие, каждый человек, прошедший войну, сделал все, чтобы жила свободная страна. И жили мы, их потомки. В светлом зале ресторана с щедро накрытыми столами сегодня чествуют ветеранов войны. Торжество организовано аппаратом акима района имени Казыбек-Би. Слова поздравления и признания отцам, дедам и матерям за их самоотверженную борьбу и победу прозвучали от акима района имени Казыбек-Би Жаната Искакова. На торжественном вечере прозвучали любимые военные песни, которые исполнялись всем залом. Самому молодому ветерану на этом вечере 85 лет, но глядя на эти танцующие пары, и не скажешь, что за их плечами тяжелые военные годы. Ветераны нашей области, можно сказать, 39 тысяч живет в Казыбекском районе. Из них в данный момент 230 участников Отечественной войны. То есть часть, которые здесь сидят люди, они наши герои, наши, которые живые герои, которые оставшиеся от тех войны живыми. Вот сегодня радостно каждого лично поздравляют. Ирина Камышова, Кайрат Рашитов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Слова благодарности за боевые и трудовые заслуги, за мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны, выразили ветеранам представители областного филиала Народно-демократической партии «Нур-Отан» сегодня на торжественном приеме. Специально для почетных гостей прозвучали песни на военную тематику, выступили ансамбли творческой самодеятельности. В адрес ветеранов войны прозвучали слова благодарности за их боевые и трудовые заслуги, проявленные в годы войны отвагу и доблесть. С поздравительной речью перед ветеранами выступила первый заместитель председателя областного филиала партии «Нур-Отан» Кадиша Аспанова. От души поздравить вас с этим действительно историческим днем. С Днем Победы, пожелать вам самое главное здоровья, долгих лет жизни. Хочу пожелать счастья, здоровья вашим семьям. Спасибо вам огромное. И надеюсь, что мы с вами еще очень долго будем, наверное, жить
В этом зале собрались ветераны войны, карагандинцы, которые плечом к плечу с другими советскими солдатами сражались за победу. Среди них участники обороны Сталинграда, Украины и Белоруссии. Обладатели орденов славы, Красной звезды и множество других почетных знаков. Эти седовласые люди стали свидетелями всей жестокости Великой Отечественной войны. И, несмотря на это, огонек в их глазах не погас. Хочу поблагодарить там, что пригласили нас на встречу и вообще не забывают о нас, ветеранах. Много уделяется внимания, особенно в дни торжества. Хорошо нас встретили. Я благодарен им за все это. Сделанные для нас. Напутственные слова участникам мероприятия, среди которых было так много молодежи, высказали и сами герои войны. В заключении ветеранам были вручены цветы и подарки от партии «Нур Отан». Ирина Камышова, Кайрат Рашитов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. В эти дни уважение к ветеранам есть не что иное, как воздание должных почестей для людей, обеспечивших нам мирную жизнь. Не только государственные органы накрывают праздничные столы для ветеранов, но и другие организации, среди них и Цеснабанк. Идея проводить праздник для своих вкладчиков, ветеранов Великой Отечественной войны, появилась у руководства уже давно. Вместе с розыгрышами призов проводится и традиция проводить небольшие обеды. Вот и в этот раз почтенным и уважаемым жителям нашего города воздали необходимые почести, подарили памятные подарки, а также карточки на 5000 тенге. Работники Цеснабанка накрыли стол и пригласили своих самых дорогих вкладчиков. Эти люди прошли все тяготы войны и вполне заслуживают самое уважительное отношение к ним, сказали нам работники банка. У каждого из ветеранов своя военная история. Меня отправили в первое киевское арт-училище, прошел краткосрочные 6-месячные курсы и с июня 1942 года по окончании войны я непосредственно был на передовой или в госпиталях на лечении. Владимир Степанович всю войну провел на передовой и лишь иногда покидал фронт по ранению. Едва ему исполнилось 18 лет, он сразу же был призван в ряды советской армии. Он был участником всех ключевых битв в Великой Отечественной войне. Это Курская дуга, форсирование Днепра, битва за Сталинград и другие. И он очень рад, что банк, которому он доверяет, также проявляет свое уважение к ветеранам войны. Александр Крылов, Тулиген Рашитов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Продолжение темы. Ветеранов Великой Отечественной войны поздравили воспитанники детского сада Акбопе. В честь 67-й годовщины Победы воспитатели совместно с детьми организовали концертную программу и накрыли стол. Продолжит Мирангуль Салкимбаева. Это памятная дата в сердце каждого, потому что практически нет ни одной семьи, которой бы не коснулась эта трагедия века. День Победы отметили дети и воспитатели детского сада Ахпупе. В музыкальном зале был установлен большой экран, на котором были кадры военной хроники. Дети, знающие войну только по играм в стрелялки или войнушки, с любопытством смотрели на экран. А ветераны войны, в свою очередь, вспоминали о тех суровых днях со слезами на глазах. Потому что мы уже прошли большую жизнь, у нас много детей, правнуков, внуков. Мы им желаем очень крепкого здоровья, им желаем, чтобы они последовали нашим делам дедов, бабушек, пап и мам. Сюрпризом для ветеранов Великой Отечественной войны стало попурри в исполнении воспитателей, а также танец каражурга в исполнении детей. По словам организаторов, цель мероприятия – воспитать уважение к людям, которые ценой своей жизни отстояли мир. Сегодня коллектив детского сада Акбупе поздравляет вас и представляет вам музыкально-литературную композицию. В том числе сегодня перед вами выступят наши воспитанники. Желаем вам приятного отдыха. Мирангуль Салкимбаева, Сергей Высокосов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский.
Юстиция консультирует. Акция закончена, и уже можно подвести некоторые итоги проведенного мероприятия. Как и в предыдущие годы, акция пользуется успехом и у населения, и у предпринимателей. Предпоследним местом посещения было управление водными ресурсами. Как и всегда, присутствующие получили исчерпывающую информацию по всем интересующим юридическим вопросам. Ну а уже на следующий день заключительный этап акции прошел непосредственно в департаменте юстиции. При всем при этом, там же проводился ежегодный день открытых дверей. Помимо простых граждан, там находились и предприниматели, которые высоко оценили уровень и масштабность проведения акции. Тем не менее, имеют они и свои варианты к рассмотрению. Приходит сам предприниматель с тем или иным вопросом. Также предложили проводить такие акции непосредственно в регионе. Бизнес-ассоциации, где, например, тому же предпринимателю Кристинину, да, и у него тоже есть те или иные, ну, любые правоотношения, то, что касается по законодательству, это в любом случае коснется тех или иных сфер департамента юстиции. Как говорит заместитель начальника департамента, одни из самых часто задаваемых вопросов касаются области расторжения браков и жилищной проблемы. Мы принимаем граждан, отвечаем на их вопросы, у нас дежурят квалифицированные юристы, работают нотариусы, адвокаты сегодня. Вот. Также мы параллельно проводим для предпринимателей области тренинги. Хоть акция подошла к концу, это не значит, что прием граждан окончен. В любое время вы можете обратиться по интересующим вас вопросам к работникам департамента юстиции. Александр Крылов, Сергей Высокосов, Дмитрий Оборок, Евгений Афанасьев. В первый Карагандинский. Страшная трагедия произошла сегодня ночью на печально известной трассе Алматы-Екатеринбург. В результате дорожно-транспортного происшествия погибло 16 человек. Трагедия произошла сегодня в час ночи на автодороге Алматы-Екатеринбург в 30 километрах от поселка Акжал. 30-летний водитель автомашины «Сангён Кыстана», гражданин Кыргызской республики, двигаясь в направлении Караганды, не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с КАМАЗом, которым управлял 35-летний житель Алматы. В результате дорожно-транспортного происшествия на месте скончались водитель автомашины «Сангён Кыстана» и его пассажиры в количестве 15 человек. Все жители, граждане Кыргызской республики. В больницу города Балхаш с различными травмами госпитализирован водитель автомашины КАМАЗ и еще два пассажира автомашины «Сангён Кыстана». Приняты меры установления личности погибших и пострадавших. По данному факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело, проводится расследование. За несколько часов до происшествия инспектора дорожной полиции останавливали данный минивэн. Транспорт был перегружен. За это нарушение на водителя был составлен административный протокол. Пассажиры были высажены в кемпинге. Каким образом все 15 пассажиров снова оказались в транспортном средстве, неизвестно. Ирина Камышова, Кайрат Рашитов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Трио «Музарт» – одна из популярнейших групп в нашей стране. На протяжении 10 лет они радуют поклонников своим талантом. Продюсерский центр «Музарт» посетил наш город и посвятил творческий вечер карагандинцам. В Казахстане сегодня много музыкальных групп, но это трио сумело найти свое неповторимое лицо. В репертуаре группы есть и эстрадные, и народные песни, но приоритет отдается ретро. Все это объединено национальным колоритом. В стране «Музарт» пользуются большим успехом. Их приглашают на различные концерты, конкурсы, выступления. Музартовцы с концертной программой посетили наш город. Цель трио «Музарт» – не быть временщиками, вписать свою строку в историю казахского музыкального искусства. И это у них получается. По словам певцов, они приехали в наш город с двумя концертными программами, но по просьбе поклонников музартовцы дадут два дополнительных концерта. Мирамгуль Салкимбаева, Кайрат Рашидов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Ну что ж, на этом наш выпуск подошел к концу. Помните, если у вас есть интересная информация, вы хотите поделиться, телефон нашей редакции остается прежним, 420649. Также оставляйте свои отзывы, комментарии и пожелания на нашем сайте, адрес которого сейчас видите у себя на экране. Телекомпания «Первый Карагандинский» поздравляет всех ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и всех граждан нашего города с великим праздником 9 мая. На этом у меня все. Всего доброго. Сабол Маздар.